Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин» — программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о том, чем мы дышим, и о конфликте полицейских. Ученые Дальневосточного федерального университета не сидят сложа руки. Совместно с коллегами из Европы они провели очередное важное исследование. Все мы знаем, что чем автомобиль старше, тем больше он коптит и загрязняет воздух. Ну что поделаешь? Экологические нормы ввели буквально недавно, а до этого темы этой почти никто не касался. Все эти строгие нормы Евро призваны оградить нас от летучих гадостей, выходящих из выхлопных труб. И вроде бы начало получаться, за экологию началась настоящая борьба. А ученые рапортуют, что дышать стало легче именно потому, что автомобили новые. Наши ученые решили эту гипотезу проверить и призвали на помощь белых грызунов. В результате исследования выяснилась одна любопытная деталь. Современный экологичный автомобиль выделяет редкоземельные металлы, сажу и прочую гадость, в том числе и в виде наночастиц. У крыс, которым давали подышать выхлопом Евро-5, снизилась поведенческая активность и познавательные функции. То есть боремся-боремся, а в большом масштабе проблема не решается. И это еще наши ученые не приступили к изучению мотоциклов. Вы представляете, чем дышит в Юго-Восточной Азии? Неожиданная развязка наступила в истории конфликта полицейских в Татарстане. Если вы помните, там один участковый оштрафовал сотрудников ДПС за то, что те ехали непристегнутыми. Произошло это не на ровном месте. Участковый Нуриев подобным образом отомстил гаишникам за то, что они оштрафовали его за езду без путевого листа. Об этой истории никто бы не узнал, если бы Нуриев не организовал почти настоящую засаду и не выложил происходившее в сеть. Веселые ролики дошли до верхов МВД Татарстана, и там пообещали разобраться со всеми. Уж не знаю, чем начальники руководствовались, но вывод они сделали странный. Участковый Нуриев уволен с занимаемой должности за превышение служебных полномочий. А два непристегнутых гаишника отделались строгим выговором. Странно, вроде все действовали по закону. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».